На канале Украины состоится премьера четырехсерийной мелодрамы «Стань моей тенью». В центре истории сестры-близнецы Ольга и Вера, которые оказались в любовном треугольнике. Но спустя время менее удачливой Вере предстоит простить обиду и прийти на помощь сестре. Ольга и Вера не общаются уже 12 лет. Тогда Ольга отбила у сестры жениха Игоря и вышла за него замуж. Организовала свой бизнес и разбогатела. Вера же так и не стала женой, она работает официанткой в провинциальном ресторане. Спустя 12 лет Игорь, разыскав Веру, сообщает ей, что на Ольгу совершено покушение, и она лежит в клинике без сознания и для безопасности под чужим именем. Мужчина умоляет Веру временно заменить Ольгу, для того чтобы подписать от ее имени важный контракт. Поддавшись на уговоры Игоря, женщина соглашается, не подозревая, что с этого момента становится пешкой в чужой опасной игре, на кон в которой поставлена жизнь обеих сестер. Главные роли в сериале исполнят Анна Попова, Артемий Егоров, Дмитрий Пчела и Павел Вишняков. Премьера четырехсерийного сериала состоится 15 марта на канале Украина.